не надейтесь, вас уже видели. Так, а теперь на секунду, погасите аплодисменты, я хочу просто посмотреть, где сидят болельщики. Итак, еще раз, Гней Айш. Окей, понятно. Хайпа. Ясно расстановка силы в зале и на сцене. Города Хайфы никогда не оставляет после себя мусора. А так иногда хочется купить печатную машинку с русским алфавитом из трех букв. А у меня в России случай был. Просыпаюсь после операции, надо мной стоит доктор. Я ему: доктор, я жить буду. Будешь, но в Израиле. А здесь доктора вообще никакие. Я к одному прихожу, говорю: доктор, у меня запор. А он мне: кишка тонка! Да что это вы все о врачах да о врачах? Как будто и поговорить не о чем. Вот сборная команды Австрии по футболу прошла на чемпионат мира. Генеральный спонсор — сборная Израиля. Ну что, взяли? Давай. Я бы на этой машине столько листов бы отпечатал. Как говорила, плоть перед обрезанием. Веселый же ты парень! Мусор! А ну тогда вот еще. Это надо стоять напротив. Дети, не отвечайте за своих родителей. Ну, как ты это все запоминаешь? И где ты это все берешь? Так на работе. Мы с тобой, академиком, не кончали, как говорил Чапаев. Да, работа у нас такая. Да нормальная работа. Я даже где-то читал. Мой народ. Избранная. Веселый же ты парень. Ну что, поехали. Гагарин. Я Рабинович Мусорский. Поехали. Когда я вырасту, то буду гарантом. Представляешь? Представляю. Бой кремлевских гарантов. Бизнесом надо заниматься. Бизнесом! О, я как раз объявление прочитал. Продается налаженный бизнес с прочными связями, с постоянной клиентурой. Адрес: улица Нардау, дом 3, 4 стол. Справа спросить Анжелу. Нет, это точно в честь тебя игру назвали. Какую? Карточную. Раньше я дураков не был. Но, как говорится, даже в новой колонии карт заводятся черви. Взяли? Давай. Надо бросать эту работу. Устроюсь я лучше костюмером на студию порнофильмов. Короче, стригу. 5 шекелей в час. Лишай. Веселый же ты парень, Мусорский. Извини, сорвался, как сказал альпинист, падая в пропасть. Ну где ты это все берешь? И как ты это все откладываешь? Никогда не откладывай на завтра то, что можно отложить сегодня. Так меня учила курочка Ряба. Или вот еще сказка. Пришел как-то серый волк к красной шапочке и говорит: красная шапочка, я тебя съем. А она ему и отвечает: ешь меня, серый волк, ешь. Только медленно. Да тебе вообще не надо! КВН! Жюри! Жюри что-то нечисто. Предлагаешь убрать? Ага. Вот.
манишмант. Мауре махадаш манишмант. Машумха манта майхант. Майнинин эволе. Тоже мне автоматика. При чем здесь автоматика? Просто кто-то упаковку от Виагры выбросил. О! Такой умный! И откуда только такие берутся? А, кстати, ты знаешь, что отвечают родители детям на вопрос? А откуда я взялся? Летчики говорят, что детей приносит аист. Да. А колхозники говорят, что детей в капусте находят. И только гинекологи разводят руками. Президента США? Как? Джордж W.W.W.Bush. А я знаю, как звали бывшего президента США. Все знают. Не, после получения дворянского титула его стали величать Клинтон Дебил. А я знаю, что Колумб Америку открыл. Подумаешь, я каждое утро Финляндию открываю. Эх, хорошо. А по-моему, тот, кто хочет жить хорошо, должен больше... Хватит. Правильно, должен больше. А по-моему, хорошо — это поэма. Будет хорошо — это сказка. Было хорошо — эротические мемуары. Хорошо. А для тебя есть хорошая работа. Требуется мужчина с прекрасными голосовыми данными. Прослушивание состоится в 6 часов 12, 15, 18 по адресу мечеть имени Магомед Абу. Плю на тебя. Плюй не на меня, а в бочок. Да хватит вам, ребята, кончайте. Game over, как говорят программистам, увольняя с работы. Да что вы все о работе? А о чем же еще? И богогласит старинная, ближневосточная мудрая, кто не работает, тот на заре. Чужих людей.
ищу работу. Визитная карточка команды города Холон. Что ты делал там? Что?
И что же вы ему выписали? Все. Доктор, больному из шестой палаты плохо. Что, очень плохо? Ну, как вам сказать? Я бы даже сказал, что мы его теряем. Кто-то теряет, а кто-то находит. Так он не спит на патологоанатом. Ладно, ждите меня здесь. Прошу. Чувствую, не возьмет он нас на работу. Да ничего. Найдем другую. Вот, открываем любую газету. С израильского полигона Пальмахим произведен успешный запуск ракеты «Хец» с тремя палестинскими космонавтами на борту. А что палестинцы-то полетели? Да любят их, Шарон. С чего ты взяла? Юноша бьет, значит, любит. Слушай, а он ведь у власти-то уже почти год. Да, время с толстяком летит незаметно. Кто же мне был поводит, Шарон? Вот уж это я на друзья называю Кутузовым. За глаза, конечно. Нам для создания нашей страны лидеры очень и очень нужны. Лидеры? Он очень уж странный предмет. Если он есть, то сразу нет. Хорошая лобилка для CNN получилась. Конец моим страданиям и разочарованиям. Ну, что еще пишет-то? Да вот, медицинский каплан заводит дешевую рабочую силу. Филиппинских сиделок и таиландских лежалок. Вчера из травматологического отделения больницы Вольсон с костылей сошел первый больной. Нет, не то. Ты объявление читай, рекламу. В деревне Вилорипа, где пользуются фэри, уже помыли посуду и ложатся спать. А в деревне Вилопачо, где пользуются Виагрой, праздник только начинается. Выступил на соревнованиях по боксу израильский стрелок. Он выбил 28 из 32. А я бы хотел быть спортивным врачом. В спорте дано как? Допинг сдал, допинг принял. Ты что делать-то собираешься? Да вот, мезузу на косяк прибивать буду. А ты собственно, что такое? Кто такой домовой, знаешь? Ну? Вот так вот я, больничный. А что ты делаешь-то? Работы хватает. Кардиограммы рисую по линейке. Гипс. Больным накладываю в борщ. Кислородные подушки надуваю. Опять же мне сестрам спать не даю. Сказки рассказываю. Больничные. Ну-ка, расскажи чего-нибудь. Ну, слушай. Гадкий утенок называется. В одной больничной утке родился утенок. И некрасивый, что все ходили мимо него. Короче, ты людей! Ну а потом он вырос, превратился в белый финский унитаз. И улетел. Он улетел, но он обещал вернуться. Не видали? А что такое? Они меня потеряли! Пельгельсухер, вы тут? Ну-ка, вы травкольку! Опять? Поздравляю вас, вы все приняты на работу в нашу больницу. А вас Минздрав Израиля предупреждает. Наши лишайоны опасны для вашего здоровья.
Ну, по обезьянщине хватит. А что делать будем? Как что, работу искать? Я думаю, хватит работать. Да. Да нет. А я слышал, что на тебя в суд подали за сексуальное домогательство к секретарше. Между прочим, секретарши ничего не было. А если и было, это было коротко и поразительно. Понятно, никакого удовольствия ты от этого не получил. Нет. Да ладно вам. Слушай, и что ж ты сделал? Как что? Поменял секретаршу. А ты вообще кто по профессии? Я житель Луны. Айша. А я специалист в области семейных отношений. Философ, можно сказать. Теоретик, значит. Тогда скажи нам что-нибудь наше, философское. Тяжело найти жену в теплой комнате, особенно если она у соседа. А я, чем больше узнаю свою жену, тем больше хочу завести собаку. А я аквариумных рыб. Старая жена прослужит дольше, если ей вовремя менять прокладки и делать капитальный ремонт раз в 10 тысяч. Женщинам особенно важны свежесть и чистота. Новые прокладки. Теперь с ментолом. Вот мужчины все время изменяют женщинам. Есть ли там какое-то оправдание? Нет. Но порой бывает так здорово. Все-таки что может быть лучше свадьбы? Свадьба – это прекрасная масса знакомых, куча еды, влюбленные глаза, танцы до упаду, действительно. Что может быть лучше? Только развод. Интересно, что по этому поводу думают эксперты. Алюминиевая трубочка из-под сигары, наполненная раздраженными пчелами, легко заменит вам недорогой вибратор. Вау! Реклама? Специальная для Майкла Джексона. Ничто не отбеливает лицо лучше, чем новая доза. Мифца. Отборные российские ученые по цене девочек для сопровождения. Каждому купившему трех академиков профессор в подарок. Новый комет Свяли теперь не только блестит. Вот мы тут работу собирались искать. Отгадайте-ка загадочку. Погадай. Работает народ, аж зависть берет. Денег полно, а дело одно. Сиди на попке, дави на кнопки. Это ж программисты. Неа, депутаты. Послание еврейских депутатов палестинскому атаману в доступной ему форме. Песня! Какие ты, какие ты, я знаю.
Это евреи в возвращенной форме. И больше всего они любят пожрать. Я бы сказал, что нет для еврея более светлой и чистой мысли, чем о еде. Я и говорю, пожрать. А французы открыли для новых русских ресторан. Там такие блюда подают. Улитки, запеченные в тесте, на бегу. Уха говяжья со свининой. Гланды, вырезка. И коктейль «Арбузик». Содержимое. Спирт, водка, пиво, лед, арбуз. Потому что есть куда упасть лицом, а там, где упал, можно пощелкать семечки. Аттракцион. Незабываемое ощущение. Настоящая русская баня. Вас пускают в баню, затем ее поджигают. В самый критический момент русская баба вышибает дверь плечом и делает вам массаж. Апофеоз. Она же кормит вас пельменями. А у нас гости с фестиваля авторской частушки. Пестыня! Смотрел документальный фильм о жизни кроликов. 9,5 секунд называется. Я тоже недавно чудный боевик видел. Называется «Тройной пинок». Из этого фильма мы узнаем о борьбе простых японцев со здоровенным вандамом. Скажите, а фильмы – это то, чему вы посвящаете свободное время? Неа, свободное время мы жрем водку. Если у вас с утра болит голова, пересохло горло и трясутся руки, попробуйте Баунти. И вы поймете, насколько он хуже пива. И вновь совет нашего эксперта. Из соединенных последовательно старых детских горшков без дна получится удобная труба с ручками. Вау! Газа наблюдается подозрительное затишье. Для прояснения ситуации артиллерия Цагала произвела пробный, так сказать, обстрел. Ох уж эти новости. Каждый день допоздна смотрю, а потом на работу с утра встать не могу. Да купи себе будильник. Да есть уже один. Только я его с утра вырубаю и сплю дальше. Вырубаю и сплю дальше. Я его с утра вырубаю и сплю
Да, тут без денег эксперта не обойдется. Я его с утра вырубаю! Мышеловка, положенная сверху на будильник, перевернуться на другой бок и продолжить спать. Вау. Так что всем на работу. Абсолютно не нужное никому, а другие как бы пытаются эту проблему решить по-своему. Окей, ребята, чуть-чуть поближе, да? Итак, сегодня игра в рационализаторские предложения. Значит, первый вариант. По три вопроса. Работаем по кругу, так же вот как была сыграна предыдущая кампания. Начинаем с Хайфы. А вопросы идут так. Первый круг – это только рацпредложение. Второй круг – это рацпредложение, но в стихах. И третий вариант – чертеж. Вы уже забыли, да, что это такое? Я вот смотрю, вот вы в очках, вы уже не помните, что это. Ну да, обрадовались же. Итак, первый вопрос. Предлагаем укоротить нос Буратино. Раз предложение. Укоротить нос Буратино. Мы еще не заработали на часы. Я за них. Предлагаем укоротить нос Буратино. Тогда перестанет быть евреем. Окей. Когда Буратино перестанет быть евреем. Халон, у вас еще 10 секунд. Предлагаем укоротить нос Буратино. Оттянуто пьером, не вырубишь топором. Предлагаем укоротить нос Буратино. А то действительно многие думают, что он еврей. А верблюду надо давать меньше пить. А то все думают, что он русский. Окей, почти раз предложение. Так, ребята, колонны. Первый вариант, раз предложение. Команда Халона предлагает всем арабам перейти в христианство. Ну, плохо. Итак, команда Халона предлагает всем арабам перейти в христианство. И на все это 30 секунд. Это даже не раз предложение, будет ультиматум. Есть, Хайфа созрела. Предлагаем, ну давай. Задумался. Че-че?
предлагаем всем арабам перейти в христианство. И уйти в монастырь. На всех крестов не хватит. Такой свой вариант. А мы все-таки предлагаем всем арабам перейти в христианство. Тогда во время обряда крещения мы их всех будем мочить. Нормально. Три нормальных варианта решения палестинского вопроса. Так, ребята, знаешь, ваше предложение. Предложение создать зеркало для насекомых. Вопрос. Какого цвета будет хамелеон, когда он смотрится в зеркало? Так, предложение было создать зеркало для насекомых. И не знаю, почему у хамелеона насекомое, но какого цвета он будет, когда будет смотреться в зеркало. Хорошо прозвучало, не переборщи. Какого цвета хамелеон, когда он смотрится в зеркало? А какого цвета травку он жрал до этого? Он же так выживал, черт. Он, наверное, курил. Можно там прочитать все там? Сначала. Создать зеркала для насекомых, повторяюсь, насекомых. И какого цвета хамелеон, когда он смотрит на себя в зеркало? Он будет красного. Ему будет очень стыдно, что он не насекомое. Окей, я могу повторить, пока ответишь. Да, какого цвета хамелеон, когда он смотрится в зеркало? Это зависит от цвета его контактных линз. Так, нормально, глубоко. Так, теперь пошел второй круг. Второй круг стихи. Поэзия. Хайфа. Выбрали, да? Окей. Тайсон, чтобы развить сноровку, в поле начал тренировку. Нормально. Тайсон, чтобы развить сноровку, в поле начал тренировку. Он тебе за этот вопрос слушает. Откусил. Тайсон, чтобы развить сноровку, в поле начал тренировку. Много мака было в поле, стал боксером доброй воли. Тайсон, чтобы развить сноровку, в поле начал тренировку. Ну а питерский Петруша вновь наяривает грушу. Тайсон, чтобы развить сноровку, в поле начал тренировку. И вывихнуто плечико у бедного кузнечика. Хамелеон нажался. Так, ребята, давай. Из раннего Чукотского. Хоть свинью скрестите с дятлом, и селедкой и Василь. Многоточие. Коль свинью скрестите с дятлом и селедкой и Васи. Будем прорабатывать.
Вы что, уже пробовали, что так радуетесь? Ну да, живо себе представляют, я так чувствую, они потихоньку расходятся. Ну будьте вторыми, ты опоздал. Теперь. Коль свинью скрестите с дятлом и селедкой и оси. Ну шо, шо, шо. Ну все равно вам всем понятно, не поедешь, не такси. Повторяем опыт. Коль свинью скрестите с дятлом и селедкой и оси, то закуска будет ахла, а не ваши хумусы. Так, и свой вариант. У нас по-другому. Хотелось бы. Коль свинью скрестите с дятлом и селедкой и оси, то в четвертом поколении получается парси. Так, и последний вопрос второго круга. Неаиш. Я стою, одержимый предчувствием, с удивлением гляжу на себя. Пошло время. Я стою, одержимый предчувствием, с удивлением гляжу на себя. Смотри, смотри. Я устал. Ты устал, это твоя проблема. 30 секунд. Это у нас такие новые смотрящие часы. Укушать. Платочек дать. Боюсь пропустить. Давай. Я стою, одержимый предчувствием, с удивлением гляжу на себя. А с другой стороны я с сочувствием. Ну, с другой стороны стекла. Я стою, одержимый предчувствием, с удивлением гляжу на себя. Было зеркало для насекомого, а теперь оказался там я. Браво! Браво! Досмотрелся, давай. Я стою, одержимый предчувствием, с удивлением гляжу на себя. Даже мама смотрит с сочувствием. Эта мысль посещает меня. Так, это были последние стихи на сегодняшние разминки. А сейчас чертежи. Хайфа, чертеж. Боже мой. В команде города Хайфы еще остались студенты Техниона. Кто-то из вас пробовал считать? Еще раз поверни ребятам. Ребятам поверни. Встань к ним передом к залу. Как на Руси говорили. Ну, не мой вопрос. В команде города Хайфа еще остались студенты Техниона. Как физик физику. Я стою, одержимый предчувствием. А вы другие тут не знаете? А что, опять про хамелеон? А ты хочешь про хамелеон? Не-не-не. Да. Я про врача. Нам друг друга не понять. В команде города Хайфа еще остались студенты Техниона. Ну это мы вот как врачи вам скажем. Вот такого мы не выписываем. Так, и свой вариант.
Отвечает студентка технион. А. Микрофон. Арафат. Бесконечно малая величина, практически ноль. Ха. Хамас. Умноженный на ноль, ноль. МП. Мирный процесс. Стремится к бесконечности. Единица, деленная на бесконечность, ноль. Шарот. При стабильном правительстве, умноженный на финансовую помощь Америки, не может равняться делению израильской земли. Чертеж. Что у нас попроще? Made in Israel, да, 56-56. Примерили или сдали? Меня рисовали. Дай примерить. Потом. Миша, это сдали. Нет. Она попросила, покажите, она говорит, тоже не мой размер. Фотографировали. Ну, просто. Нет. Чудная аж первая. Чертеж. Еще у меня один вопрос, можно? Если у вас тут... Я просто думаю, если он руки уберет, он попросит и штаны. Да и я вообще. Повторяю, чертеж. Третий раз будет? Хочешь померить? У вас тут на кармане Израиль написано. Вы что ж хотите сказать, что он весь у вас в кармане? Начнем. Ирочка пришла. Ира, чертеж. Это не мой размер. У меня с цветочками. А что вам, вы сменялись на вас? Ты забыла, я прошу вас пять. Давай наши внутренние дела будем с вами. Так, чертеж. Чертеж. Ставьте проще. Мезуза для арабов. Так, имя чертеж. Мезуза для арабов. Вы уже порадовались, теперь покажите ребятам. Поддержите для зала. Руки прочь от банана. Руки прочь. Я бы мог, конечно, истолковать это с точки зрения Фрейда. Но иногда банан – это просто банан. Хайпа. Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего никому не скажу, но кушать хочется же. Так, и свой вариант чертежа, последний вопрос. Композиция «Идеальная женщина». Все, спасибо. Спасибо еще раз. Благодарность командам за самый сложный экспромтный конкурс «Разминку». И за «Разминку». Первая оценка команде города Хайфа.
Строго. Три с плюсом. Три с плюсом. Три с плюсом. Три. Три с плюсом. Два. Два. Три. Оценки за разминку команде города Ханон. Четыре, 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 три, четыре, четыре с плюсом. И оценки за разминку команде Бней Айш. Три, два с плюсом, четыре, три с плюсом, три с плюсом, два, три, четыре. Спасибо. Жеребьевки показывает команда Бней Айш. Исполняет Семен народный артист Бней Айша. Дездемона, не менее уставшая после работы жительница Бней Айша, большой души человек, но просто Дуся. Исполняет заслуженная артистка Бней Айша, Элеонора. Яго, тоже сильно уставший, на работе, без определенного места жительства, большой ценитель старых вещей, исполняет Армен Николаевич, трудовые резервы. Полицейские, ветераны органов, очень жестокие люди, Юра и Слава. Краткое содержание. Отелло работает над халтурой, Дездемона трудится по хозяйству. Отелло узнает, где работает... Где-то работает, естественно. Назревает скандал, но финансовая польза решает все. Отелло удаляется, Дездемона чувствует себя одинокой и брошенной, заводит роман с Яго. Возвращаясь, Отелло, желая исполнить супружеский долг, ему отказано. Дважды. Отелло удаляется, происходит тайная встреча Яго с Дездемоной, исход на первый взгляд трагический, Отелло и карающие органы выясняют подробности инцидента. Сижу, понимаешь, работой занимаюсь, халтуру на дом беру, а ты... Мы с работой на жизнь.
связаны судьбой, и с клиентами ведем неравный бой. В массажном кабинете. Та-на-та-на-бутана, ночная бабочка. Ну кто же виноват? Путана. Зато в карманах снова доллары звенят. Что вы думаете по поводу запрета на показ порнографии по телевизору? Вот и заново, вот и заново все до рассвета, ведь по телеку сцена. И не слышно из окон соседа руки вздохи и визги и стон. Как сантехники сохнут без браги, как цветок без полива от пет. Точно так же ТВ без клубнички, но от ужина есть интернет. Что вы думаете о арабском вопросе?
в неведомую даль. Я слышу голос, даже чувствую немного. Ой, а ты кто? Я. Ты. Для тебя. Не богат, не знаменит и не престижен. Но все равно мне смешно и на тебя я не обижу. Пускай сегодня я никто. И пусть твердят тебе, что я не то, но... Ты мне прямо скажи, чё тебе надо, чё тебе надо. А может, дам, может, дам, чё ты хочешь. А ты мне прямо скажи, чё тебе надо, чё тебе надо. А может, дам, а может, дам, чё ты хочешь. Дай мне этот день, дай мне эту ночь, дай мне хоть один шанс, ты не уснешь. Пока я рядом. В половине первого я ночью жду тебя, а за окном уже луна. Так значит, завтра на том же месте, в тот же час. Мыло нашила антизакон.
Гнияеш, 20 баллов. Хайфа, 24 балла. И Колон, 30,5 балла. Оценки за разминку. Хайфа, 18,5 баллов. Гнияеш, 19,5 баллов. И Холон, 24 балла ровно. И суммарная оценка по двум конкурсам. Общий балл за приветствие и разминку. Гнияеш, 39,5 баллов. Хайфа, 42,5 балла. И Холон, 54,5 балла. Учтите, что оценки суммируются, поэтому разрывы достаточно велики, но они также и сокращаемы. Итак, музыкальный конкурс «Команда города Хайфа».
Но вы меня извините, море угробили, ну, в смысле мертвое,
Сейчас озеро. Одна надежда у нас осталась. Перенести стену плача к берегам Кинерета. А другой надежды у нас нету. А другой надежды у нас нет. А другой надежды у нас нет. Но есть песня «Озеро надежды». Нелегко, нелегко,
Ленина. Окей. Итак, это было второе домашнее задание, музыкальный второй конкурс команды города Хайфа. А сейчас на сцене со своим музыкальным конкурсом команда города Холон. Я шагаю с работы усталый. Не знаю, может кто-то где-то и шагает, а вот израильтяне с работы едут. Причем израильский водитель, в зависимости от категории, делится на три группы. Нерхадаш, Тембельяна Данотеа, и Абанья Пнина Данныхарышайо. Всех их, то есть и нас в том числе, на дорогах подстерегает масса интересных. Машину и занять место на дороге. Точно, все за рулем, женщины, дети. А как водят впереди, ты видел? Меня вчера один мой так подрезал. Про детей это ты правильно сказал. Мой балбес пристал, папа, научи водить. Но я ему говорю, вот это педаль газа. Газа не сцепление, понял? Тормоз. Хлопцы, я знаю, что там пробка. Там один мужик на обочине колесо проколол, а он все останавливается посмотреть, идиоты. Вчера едем с ребятами, мужик голосует. Ну я остановился, он дверь открыл, предъявите билетики. Вот прийти, на вы все. А что мы, заплатили штраф, поехали дальше. Мальчики, ходи с конфетом хорошо. Ходим. Идите, поменяйте колесо тому бавару, чтобы все подъехали. Ты как грубо. Да. А у нас сегодня, между прочим, не встан, да. Две постоянной, да. А чё это вы вдоль дорог стоите? Ой, ну представь себе, что я дорожный знак. Любое движение разрешено. Да. В таком случае моя жена, это дорожный знак налево, нельзя. Вот из таких, как ты, поставили знак. Осторожно, как мы. А если серьезно, то вот тут как рекламные щиты. Да. И рекламируем самую лучшую вещь на свете, да. Пусть все жены задыхаются от ревности, продолжаем мы
возражал. На мой борт не напасешься. А у меня нет проблем. Машина производства Саудовской Аравии. 90 верблюжинных сил, 2 цилиндра. А главное, по 2 месяца может обходиться без бензина. Тот еще. Правда, есть проблема. Как Ништару увидит, начинает плеваться. Так им и надо. А то совсем беспредел устраивает. Недавно остановили пожарную машину и спрашивают, где огнетушитель. А мы лет тоже месяц назад остановили. Спрашивают, фамилия. Я говорю, Запорожец. И протокол ему не подписал. Почему? Я хочу посмотреть, как он на суде докажет, что Запорожец ехал 190 км в час. Надоело. И как только эти пробки появляются? Да очень просто. Вот Toyota Peugeot. На дороге возле Хеврона автобус поселенец с палестинцами слегка задел машину поселенца и упал с обрыва. Я тоже чув. Поселенец сюда получил небольшие ушибы и огромное удовольствие. Вот куда должна мечтара смотреть. А то останавливает меня неделю назад. Вы нарушили правила. Не остановились на знак. Какой знак? Как это какой? Уступи дорогу! А у меня есть свой способ, как с ними разговаривать. Ну, например, еду я. На обочине полицейская машина останавливает меня за превышение скорости. Типа, я сразу не давая открыть ворот. Документы, фамилия. Ты что, безрукий? Да, почему номер красный? Ты что, не израильтянин? Молчай. Теорию относительности знаешь? Почему у нас 130? Да еще за одним ходом, а? Сейчас мы тебе на все вопросы ответим. Отмен! Быстрим!
Thank you.
Мы сиамские близнецы. Родились. Я в 1973-м. А он в 1937-м. Я в Харькове. А он в Лондоне. Мама у нас одна. Отцы у нас тоже один. В детстве мама мыла нам голову шампунем Head & Shoulders. Два в одном. Кому, как не нам, известно, что две головы хорошо, а одна лучше. В школе, когда мы себя плохо вели, нас рассаживали. Мы постоянно спорим, чья очередь мыть посуду. Наша любимая игра в очко. На раздевание. С детства мы любили читать. И однажды нас придавило стенным шкафом. И мы стали прототипом российского герба. Но лучше всего у нас получается ласточка. У нас разные взгляды на жизнь. У меня прагматичный, а у него вот такой. Эти глаза напротив. Это мы так танцуем. Вот только сейчас на сцене я понимаю, что от великого до смешного один шаг. Нам всегда не хватает на еду, потому что он жрет два горла. Любимая наша шоколадка Твикс. Он все время молчит и сходит за умного. А я все время говорю. У нас никогда не возникают проблемы с времяпрепровождением. Третий всегда найдется. Девушки решают, с кем из нас познакомиться по принципу выбора меньшего из зол. Наша голубая мечта встретить девушку, похожую на нас. Мне не нравится, что когда я иду в туалет, он все время подсматривает. И вообще, я знакомлюсь с девушками, а он их гуляет. Я колюсь, а его плющит. Он все время пьет, а меня... Я закусываю. Его с детства мучает вопрос. А че? И я до сих пор не нахожу на него ответа. У нас много общего, но роднит нас только одно. Он все время грозит мне самоубийством и при этом поет песню
Половину сердца возьму я с собою. А смерти мы не боимся, потому что двум смертям не бывать, а одной не миновать. Мира, по праву жеребьевки у тебя первый вопрос, как у работодателя. Мальчики, вам не тесно? Отвечу вам, как девушке не нашей голубой мечты, что среди нас многим место еще найдется. Ребята, если вы один родился в Хайфе, другой родился в Лондоне, где же вы срастись? Собственно, стоя на этой сцене, или за кулисами, ну, в общем, где-то в районе. Спасибо. Оставайтесь, вы еще будете работодателями. Оставайтесь с нами надолго. Так, девочка, к микрофону. Теперь короткая. Ирина Забнина. Ребята, кончайте там операцию, мы к ним уже привыкли. Где родилась? Где живу? С кем живу? Эта бумажка найти работу не поможет. Главное на собеседовании – личный контакт. А для женщины главное – как она выглядит. В женщине все должно быть прекрасно. И прическа, и макияж, и нижнее белье. Волосы не должны быть слишком длинными. Это символизирует распущенность. Они должны быть ломкими, секущимися. Никакой перхоти. Это придает лицу излишнюю бледность. На щеки лучше наложить румяна. На тот случай, если придется смущаться от вопросов потенциального работодателя. Брови? Брови лучше выщипать совсем. Непроизвольно удивленный изгиб брови иногда придает лицу надменное выражение, что смущает потенциального работодателя, а это часто мужчина, а он румянами не пользуется. Слишком длинными. Длинные ресницы при моргании часто создают ветер. Не надо, чтобы потенциальный работодатель подумал, что вы пришли устраиваться к нему в офис вентилятором. Зубы лучше почистить перед собеседованием. Потенциального работодателя раздражает образ недоступной зубной щетки. Глупо смеяться нельзя. Загадочно, тем более. Потенциальный работодатель не любит решать кроссворды. Искренний смех – это излишняя демонстрация запущенных пломб и недоделанных мостов. Теперь одежда. Платье с глубоким декольте – это старый анекдот. Оно обнажает неровности загара. Думать, что мини-юбку следует носить только под длинные стройные ноги – заблуждение. Женские ноги – близнецы, братья –
положение. А дотяжки на колготках умиляет их до слез. И самое важное, это нижнее белье. Нижнее белье – душа женщины. Его не видно, но по косвенным признакам можно догадаться о его существовании. Итак, подведем итоги. Кабинет к потенциальному работодателю входит. Розовощекая, без бровей и ресниц, с серьезным выражением лица девушка. На ней мини, душа нараспашку, короткоима. Нет, попробуйте отказать такой особе в должности. Спасибо. Яша, попробуй отказать в должности сначала ты. Ну тогда хотя бы задай вопрос, чтобы была Илья, причина. Илья, ты не пробовал устроиться на работу работодателя? Работодателя? Не пробовала. Мне ума не хватит. Так, я был. Вопрос с точки зрения работодателя. А есть ли какие-нибудь косвенные признаки, которые способствовали бы мужчинам устроиться на работу? Это зависит от его ориентации. Яков Гринштейн, колонна. Я же попробую устроиться на работу, да. Сейчас мы будем вместе с вами писать автобиографию простого советского еврея, то есть меня. Вот ты, мужик, вот ты, да, вот ты, мужик, ты будешь как бы мой папа. Мне надо только стреляться, ты будешь мой папа. А вот ты, девушка, ты будешь как бы моя мама. С папой я договорился, не волнуйся, ты моя мама. Все, поехали дальше. Вот ты лысый, вот там лысый, вот ты, мужик, ты будешь Хрущев. Стучи ботинком, это было в 61-м, все, я уже уехал. Ну, поехали дальше. Ехал я, не ехал, ну, во всяком случае, была еще школа. Школа, вот ты, мужик, ты такой симпатичный мужик, вот ты, мужик, сделай вот так. Бе-бе-бе-бе-бе-бе. Ну сделай, мужик, ну сделай. Все, мужик, ты будешь завуч. Страшный дурак, завуч наш был. Страшный дурак. Все, мужик, вот ты, мужик, вот ты, мужик. Ты давай выйди, тебя уже нет, ты Сталин. Все, тебя уже больше нет. Теперь давайте вот жюри, вот вы все жюри. Все вы жюри, особенно вы будете приемная комиссия в институт. А вот ты, продюсер, вот ты, да ты будешь антисемит. Демонстрация дома. Вот. Теперь вы двое, вы два мужика, вы будете ворота. Вставайте и скрипите. А вот ты, мужик, ты в очках, ты будешь Горбачев. Открывай ворота, открывай. А вот вы двое будете один. Дайте этим двум шарик, они будут резину тянуть. Ну, все-таки я, наконец, доехал. И вот ты, мужик седой, ты будешь Бен-Гурион. Нет, не надо декларацию независимости, ты уже не человек, мужик. Ты аэропорт. А вот ты, мужик, вот ты маленький такой, у тебя кепка есть с собой, вот ты будешь Щеранский. Ты будешь Щеранский, не вставай, ты еще сидишь, не надо. Вот ты, девушка, такая симпатичная, хорошая, вот скажи, шалом, дыр-бы-дыр-бы-дыр-бы, ну скажи, девушка, ну.
Вот, вы что-нибудь поняли? И я ничего не понял. Будешь преподавателем Ульпана. А вот, вот, ты, мужик, ты такой серьезный, мужик. Все, мужик, ты будешь профессор. И ты, мужик, будешь профессор. Вы все... И вот ты, да, вот ты третий. Ты помнишь, кто ты? Ты профессор. И ты третий, тоже профессор. Вот, мужики, встаньте и начинайте вести. Подметайте, мужики. Так, что у нас еще в стране творилось? А, вот ты девушка, симпатичная девушка. Ты как будто Арафат. Девушка, как будто Арафат. А вот мужик рядом с тобой, он Шамир. Шамир, ты ее сильно не хочешь. Ну, сильно ты ее не хочешь. Ну, что, ужасно не хочешь? Ой... Ой, кто еще у нас? Вот Дэй. Мужик, встань, качайся, ты будешь Дэй. Качайся, мужик, качайся. Ты, между прочим, помнишь вот того маленького в кепке? Помнишь, да? Вчерашнего, помнишь, да? Вот когда он встанет, ты сядешь. Теперь давайте репетировать. Давай, Вчерашний встал, поднялся, Дэй сел. Ну, ладно. Все, мужик, вот ты... Ты главный. Ты будешь главный. Ты пока уйди. Ты уйди, зайдешь ровно в 7:15. Будешь в шаббат. Мужик, не бойся, свечи мы на тебя ставить не будем. Вот. Главное забыл. Главное забыл. Вот ты, мужик, такой вот такой, ты такой неказистый. Встань, мужик, встань и упади. Встань и упади, ты будешь мой уровень жизни. Дайте мне работу. Найдите, а, совсем забыл. А вот вы как будто бы не мы, мужики и девушки. Не мы. А теперь задавайте, пожалуйста, вопрос. Так, ну ладно, сначала твое. Женщина вперед, окей. Что ж ты сказала, не глупой? Я... Скажи мне, пожалуйста, вот если бы все в зале... Были только женщины. Что ты делала? Да что б я только не делала. Так, я был... Ну, у тебя тут полный зал родственников. Звезд, исторических образов, праздников. А где, собственно, наш близкий, знакомый всем праздник Рамадан? Где брат два? Не каждый праздник нам праздник, ребята. Спасибо. Итак, Яков Гринштейн, Ирина Заплитная и Армен Иванов. Три капитана. Огромное вам спасибо, ребята. Девочки, спасибо. Я же тут трудоустроил ползала, походу. Итак, уважаемые судьи, я предлагаю вам поднять оценки по порядку. Первым выступал Армен Аван, а Армен Ми Аванов. Четыре с плюсом, четыре с плюсом, пять, четыре с плюсом. Второй была Ирина Заплитная. Четыре с плюсом. И, наконец, Яков Гринштейн. Четыре с плюсом, пять, три с плюсом, четыре. Итак, у нас остался один конкурс «Домашнее задание». Домашнее задание на тему «Кадры решают все». Первое место свое домашнее задание показывает команда города Халон.
Пропали брюки маршала и золотая звезда героя «Раб труда». Где же ты, где? Ленточка алая, где же ты, где? Звездочка малая. Да не расстраивайтесь, вот вам орден Республики Уганда. Голубая луна, голубая. А вечером он принял кесаря Древнего Рима. Откуда? А, дорогая Рима, а также товарищи Гай, Юлия и Цезарь. Пропали брюки маршала и золотая звезда героя «Раб труда». Где же ты, где? Ленточка алая, где же ты, где? Звездочка малая. Да не расстраивайтесь, вот вам орден Республики Уганда. Голубая луна, голубая. А вечером он принял кесаря Древнего Рима. Откуда? А, дорогая Рима, а также товарищи Гай, Юлия и Цезарь, мы награждаем вас орденом Набуха. Набуха? Ага, доносора второй степени, то есть квадрате. Спасибо.
Вести с полей. Колхозный путь фараона выращен небывалый урожай носорога. От птицы фермы сдали рекордное количество яиц. Специалисты объясняют это тем, что когда кур топчут носороги, куры несутся, как сумасшедшие. Международная хроника. В Мексике введен новый алфавит. Местные индейцы утверждают, что он украден у инков. Новый язык так и называется – украинский. Новости из Палестины. Нет такого государства. Нет и не будет. А вот на рекламу нас ждут новости спорта. На всякий случай. Вот я слышал, что алжирцы – это самый близкий народ к египтянам. Только бороду они носят не здесь, а здесь. Поэтому их так и называют – хохлы. Моисей, да хватит тебе бормотать. Прошу, что не мешай, пишу письмо. Милый дедушка, коруха тата, дай лагерь. Забери меня отсюда! Да брось ты! Моисей! Постой лучше на шухере. Я вот анекдот расскажу. Бьет Чапаев по ним, а на берегу белые. Да не на берегу белые, а в воде зеленые. А кто такой Чапаев? Молодый еще. Это очень старый анекдот. Тихо! Фараоны! Долго я проявился. А ты у себя в Эфиопии какого поэта изучал? Некрасова. Все, ушли. А у меня вчера на кухне барды со всего Египта собрались. Диссидентские песни пели. Усадка поединна, и света нет ни грамма. Глухие лабиринты и миллионы крыс. В сухом прохладном месте приходит время, фараоны умирают, и когда он отирает.
фабрики арестовали. Опять? Ага. Это потому что в саркофаге пирамиды Эфиопса обнаружили записку. Укладчик номер 5. А, лучше самого Эфиопса посадили. Ты чё? Кто же его посадит? Он же мумия! Водитель зеленого верблюда, номер 3948 Деликут. Уберите за своим верблюдом, вы мешаете движению. Это же мой! Это же мой, побежали! Товарищи, как сказал наш гениальный секретарь, к 2000 году до нашей эры каждая египетская семья получит отдельную, благоустроенную пирамиду. Спасибо. И в отчетном квартале мы взяли и заселили на 6 пирамид больше, чем можем по праву гордиться. А у нас сейчас... Разминович! У нас сейчас будет информация, проснитесь. Переходим к приниям. Можно я? Вчера на 5 участке с 8 этажа крупнопанельной пирамиды упал бригадир. Мы не намерены терпеть больше утечку мозгов. И еще, кто пустил крокодила в микву? Подумаешь, один раз окунулась. Это еще что? Это еще что? Вчера была обесточена вся стройка. Испуганный страус сунул голову в песок и перебил кабель высокого напряжения. Он напугал? Подумаешь, один раз из миквы вышла. Кто еще хочет сказать? Слово имеет бальзам полит. Наши братья, эфиопские строители, буквально задыхаются без воздуха. У них есть ничего и нечего есть, понимаете? Я уже не говорю о бетоне. И при этом они пашут как негры. Не негры, а афроафриканцы. Окей. Предлагаю отправить им в помощь еврейскую бригаду. Вот. Прошу занести в протокол. Отправить еврейскую бригаду в Эфиопию. Да вы с ума сошли? Это еще почему? Мне так кажется. Знаете, мой стиль. Если вам что-то не нравится, так уезжайте в свой Израиль. Хотя, пожалуй, не пошлем бригаду, у нас у самих два горит. Уделом, понимаете. Стоп. Официальную часть программы считаем закрытой. А у нас в гостях фольклорный ансамбль «Табры». Музыка, понимаешь. Прошу всех встать. Если бы в протоколе собрания не осталась запись о посылке еврейской бригады в Эфиопию. Вам не будет мази. Мы не бежали.
Согласно жеребьевке, вторыми сегодня в программе с домашним заданием команда Бней Айш. Но команда Бней Айш в пользу зала отказалась от домашнего задания. По этому поводу сейчас готовятся к выступлению. Команда Кайфы готовится к своему выступлению. Итак, еще одно последнее сказание. Последнее домашнее задание сегодняшнего вечера. Домашнее задание на тему «Кадры решают все». Итак, «Кадры решают все». Команда города Кайфа. Раз, все в порядке. Раз. Алло. Все государство Израиль. Мало не покажется. Ну-с, какие будут версии по маленькой в честь приезда? О. По маленькой оказалось мало. Ну, а теперь нашу любимую. Наша дружба.
серьезно и трудно. И на первый взгляд как будто не видно. Завтра, Павел Павлович, я тебе устрою допрос с двумя симпатичными свидетелями. Допрос? Хорошо. А там будет такая лампа яркая и чтоб глазам больно? Нет, жаль. Опа, Индия! Опять менты в Израиле? Товарищ милиционер, а вы в каком звании? Майор, я. А с виду? Ну, настоящий полковник. Разговорчики, начинаем. Фамилия? Иванова. Врет. Возраст? 18. Ха, врет. Моему старшему сыну 18 исполнилось. Дети есть? Нет, врет. Особые приметы? Муж. Врет. Недостатки? Два. Избыток ума и красоты. Да врет она все. Нет у нее никаких недостатков. Ну, а теперь вы. Такая лампочка яркая и чтоб глазам больно было. А ее нет. А должна. А вы представьте, что она есть. Ай, выключите свет, глазам больно! Садист! На себя посмотри. Итак, вы. А чё я, чё я? Я вообще ничего не знаю. А скажи-ка мне, Фирочка, откуда у тебя вот этот гранатовый браслет? И как тебя с этими гранатами в зал спустили, а? Мне его Витька Борода подарил. А знаешь ли ты, что этот самый браслетик третьего дня с убитого террориста сняли? А, нет. Ну ладно, ладно, захочу я тебе помочь. И что я скажу начальству? Что Хавер Кнесса, а Виктор Либерман по кличке Витька Борода подарил тебе этот браслет? Ну кто мне поверит? Пиши, как все было. А как пишется? Коалиция или калиция? Коалиция. А? Что? Какая коалиция? Я Фирка коалиция. Да ты что? Уже пора вспомнить, что ты не Фирка коалиция, а Эсфирь Абрамовна Натанзон, еврейка по матери, что ты гражданка Израиля, что ты человек, наконец! Ага, человек! Нормальные люди уже давно к дигитальному телевидению подключились! Вам надоела скучная жизнь? Yes! Вы хотите острых ощущений? Yes! Вы хотите видеть себя по телевизору каждый день? Yes! 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 Так купите себе квартиру в Иерусалиме в районе Гило, и вы получите все эти удовольствия вместе! Свидетели? Свидетели свободны! Павел Павлович, по маленькой! Давай! Стоп! Таниночка. От злата твоим и на бахрю там шля твоим отцмам! Где ты набралась таких слов, а? Методика 25-го кадра. Слышал. А надо будет смотреть и запоминать. Кстати, открылся очень интересный факт. Эту пленку я нашла в архивах. Посмотрим. Я сегодня до жары встану. Свой я верхать. Еще не был я знаком с парнем, да и с женщиной знаком не был. Волосинки на щеках малых, лес и лем жилет сбрею. У меня пока прыщей мало, это значит я еще зрею. Are you?
Но ведь это только реклама. А теперь я показываю только 25-й кадр. Вау! И опять эти странные сигареты друг. Сигареты враг. Майор Томин знал, что курить вредно. По заданию Мисрада Приют он был направлен на работу с молодежью. Майор Знаменский не знал, что такое Мисрада Приют, но он знал майора Томина. Они были старыми друзьями. Эксперт-криминалист Кибрид знала, что такое 25-й кадр, но не знала переводы фразы с иврита. Знатоки знали, что кадры решают все. Но кадры нужны не для рекламы, а для настоящего кино. Сцена финальной песни «Дубль третий». Приготовились! Камера! Мотор! Начали! Хайфа 92 балла и Холон 113,5 балла. Так, и прежде чем жюри поднимет оценки, я приглашаю на сцену всех участников сегодняшней игры. Команду Кней Айш, команду Хайфы, команду города Холон. Итак, вот виновники сегодняшнего торжества. Мы еще раз приносим извинения, что по техническим причинам команда «Днэрэш» не могла показать свое домашнее задание, а жюри поднимает оценки. Оценки за домашнее задание команде города Холон. 5 с плюсом, 5 с плюсом, 5 с плюсом, 5 с плюсом, 5.
и оценки за домашнее задание команде города Хайфа. Все оценки 5 баллов ровно. Уважаемые члены жюри, хотите ли вы что-нибудь сказать залу? Вы уже выслушали что-то от зала, Мордехай. Может быть, микрофон проходит мимо, мы не привыкли. Меня слышно? Меня видно? Я думаю, что сегодняшняя игра прошла на Х и на Б. Хорошо и блестяще. Хайфа Х, Фулон Х, БНАИШ Б. На Х и на Б. Великолепно. Я хочу поблагодарить все команды. Ну, а выиграли, я думаю, самые достойные. Выиграла жюри. Потому что жюри никогда не ошибается. Спасибо вам большое. Спасибо, Марина. Саша. Нет. Я уже тогда тебе говорил, можно было говорить, а не думать. Алик. Это потому, что жюри такое. Это потому, что у некоторых узкие двери. От имени всех, которые... От имени первой сборной Израиля, нет сборной Австрии. От имени всех жюри, которые боятся сказать, я думаю, они просто еще смеются. У них еще животы болят. Спасибо, ребята, было очень смешно, было великолепно. Шутки острые, смешные. Мы смеялись, было приятно. Вот еще сейчас сколько? Начало 12. Мы бы до 12 смеялись. То есть, спасибо большое. Поздравляем команду Холона с выходом в финал. Я прошу, между прочим, не дал нам поднять оценки. Мы бы знаешь, опять тоже поставили. Потому что это был героический поступок. Вот то, что мы до вашего знания не договорились. Я хочу сказать, что мы вот здесь все время совещались, и, конечно, здесь в основном зале евреи, поэтому понятно, что вы недовольны оценками, которые мы поставили. Вы правильно не соглашаетесь. Но я хочу сказать, что вот нас больше всего порадовало, мне кажется, это вот писательские, я бы сказал, заготовки команды города Холона. Это что-то новое вообще. То есть я хочу поздравить. Я хочу поздравить команду «Холона» в первую очередь с тем, что вы воспитали в своем коллективе замечательных авторов, которые так блестяще пишут. Это главное. И, конечно... Оценки за домашнее задание. Хайфа 30 баллов, Холон 31,5 балла. Я окончательно ушел. Вот смотрите, пока они все говорили, она работала. Есть единственный человек, который работает постоянно. Ей полагаются тоже аплодисменты. Ивана, спасибо. Общий итог игры. Хайфа 122 балла и Холон 145 баллов. Я зачитывал последние оценки, потому что не было конкурса. Итак, дорогие друзья, спасибо. Еще один финалист определился. Команда города Холон.